Добрый день, дорогие друзья! Приветствую всех на канале Smart From China, и с вами я, Александр. Сегодня у меня посылка, которая не имеет прямого отношения к миру сложной электроники, но тем не менее имеет отношение к тематике нашего канала – посылка товаров из Китая. Давайте посмотрим. В посылке находятся, как вы уже поняли из названия, бейсболки с функцией подсветки. Вот такие вот шапочки разных цветов. Одна только в пакетике. Остальные решили в пакет не класть. Так, что у нас тут? Черный, синий и болотный. Защитный, точнее. Так, в чем их прикол? Как можете видеть, на козырьке у них имеются светодиоды. Собственно, их заказывал один мой знакомый, который рыбак, охотник и иногда занимается этим ночью. То есть, ему необходима подсветка в условиях, значит, ночного режима. И здесь вот у нас есть такой переключатель, здесь находится батарейка. Все это, конечно, сделано, так скажем, не суперхендовским способом. Нужно немножко тут руками поработать. И вот здесь надпись у нас есть «Press here». То есть, таким образом включается подсветка. Так, здесь просто вкл-выкл. А должна была быть вроде бы еще многорежимная, да? Ну, не страшно. Общее изготовление шапочек неплохое. Единственное, что размер, по-моему, заявлен как 58. Здесь, конечно, можно распустить. В общем-то. Но не знаю. На очень большой котелок, конечно, что-нибудь в районе 62 уже, наверное, не налезет. Чуть-чуть грязненькие. Ну-ка проверим. У всех режим такой же. Но исполнение, сами видите, такое дешманское. Ну, собственно, они и стоили, ребята. Что они стоили? Порядка 300 рублей, 280, что ли. Я считаю, что это неплохо. Так, вот у нас есть многорежимная одна попалась кепочка. Ну что же, отличается шнурочком тут, да, там с переходником такой, здесь он напрямую подпаян. Да, тут немножко он, надо его как-то заправить туда потихонечку. Ну, в целом неплохо. Ну и последний давайте проверим. Последний тоже у нас явно с одним режимом работы. Так, да, вкл. Выкл. Ну что ж, вот такие шапчонки прикольные. Это, кстати, уже вторая партия, которую заказывал мой знакомый через меня. До этого он еще заказал такие же, точно по две. И сказал, что у него половину вместо, значит, его знакомых рыбаков-охотников разобрали дети. Ну, по приколу же, когда фонарик в шапке, да? Ну, в целом, сделано неплохо. Светит, как говорится. И ладно. Ой, моргает как. Ну вот как-то так, друзья. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч. Пока.